Мы искали в интернете информационные поводы для познавательного контента на религиозную тему и нашли на одном православном миссионерском сайте картинку с множеством мемных фраз. Картинка показывает религиозный диспут мракобесов-христиан и мракобесов-атеистов. Надо дополнить картинку, а то она не показывает взаимодействия. Я предлагаю на православном персонаже написать мой любимый мем. А мне пофиг, чтобы показать сопротивление внешней агрессии. Православного мракобеса показывает очень характерные цитаты из Библии. «А вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Это в Евангелии от Иоанна Богослова Иисус Христос говорит своим ученикам, отправляя их на проповедь христианства. И современные православные миссионеры в силу чувства собственной важности приравнивают себя к апостолам Христовым. Гордыня зашкаливает. И пофиг. Лично я бы про свою религиозность сказала бы что-то вроде: я с Иисусом Христом, и мне пофиг. То есть у меня моя религия, я ее никому не навязываю. Если попросят, расскажу, причем имея богословское образование и знаю, что рассказывать. Не попросят, не расскажу. А к мнению окружающих по поводу моей религиозности? А мне пофиг. Ну, я безразлична. А самое главное отличие апостолов Иисуса Христа от современных православных миссионеров в том, что во времена Иисуса Христа не было интернета. И даже с книгами была напряженка. Поэтому рассказывать про новое религиозное учение можно было только или вещая на площади, или общаясь наедине как учитель и ученик. А когда современный миссионер пристает к людям, его ненавидят не за христианское вероучение, а за то, что он спамер. А это хуже, чем вор, потому что крадет не деньги, которые можно вернуть, а время и нервы, который не восстанавливается. Про Иисуса Христа я могу узнать и без твоего спамерского посредничества. Почитаю в Википедии, или послушаю проповедь священника, или найду богословские курсы при семинарии. А миссионер, строго говоря, предлагает не христианство, а себя лично. Свое понимание христианства или свою религиозную организацию, которую он представляет. Или товары и услуги от организации, которую он представляет. Например, интеллектуальную продукцию православного миссионерского движения пророка Даниила Сысоева. Или религиозные услуги старца отца Пигидия, духовника Александра Невзорова. Например, по лечению молитвами или по отчитке бесноватых. Предлагаю антимиссионерский скрипт. Подходит миссионер и говорит: я хочу поговорить с вами о Боге. Ответ: А мне пофиг. Или он начинает вещать, что Бог сказал, или Библия учит. А я отвечу: А мне пофиг. Я сама умею читать Библию. И пофиг. И даже цитировать ее умею. И сама могу и в храм сходить, и лекции на религиозные темы в интернете послушать, и необходимые религиозные обряды в храме получить. И сама смогу объясниться со своим Богом без посреднической помощи. У меня подозрение, что в миссионеры часто идут неудачники, которые так самоутверждаются. Считают, что религия дает право на хамство, на вмешательство в чужую личную жизнь. А когда их ставят на место, по принципу «не учите меня, как мне надо жить, и я не скажу вам, куда вам надо идти», они считают, что их гонят за имя Христово, за Слово Божие, а не за их поведение собачье. А теперь переходим к атеистическим мемам. Разбирать их будем прямо по часовой стрелке, как на картинке нарисовано. Церковь ворует. Или все-таки в церкви воруют? А? Церковь – это общественная организация, состоящая из людей. Воровать могут только люди.
индивидуально или организованно по предварительному сговору. Ну да, в церкви воруют. А где не воруют, а? По-моему, везде воруют. Но лично у меня не воруют. Как минимум потому, что я в церковь не беру ничего, что можно украсть. Воруют у тех, кто позволяет у них воровать. Например, когда у меня просят денег, хоть на улице, хоть в клубе, хоть в храме, я отвечаю: денег не дам. И в ответ на любую аргументацию, в том числе и на цитату из Библии, повторяю: денег не дам. А почему не дам? Потому что денег не дам. Потому что никогда никому денег не даю. Ну, а если тебе Библию процитировали, ты как лох варежку разинул. Деньги непонятно кому отдал, хотя самому нужны. То значит, ты и есть лох. И у тебя везде воровать будут. Не потому что в церкви воруют, или где-то еще воруют, или страна воров, а потому что ты лох. Мой бог меня рабом не называл. По-моему, кто-то насмотрелся фильма «Василий Буслаев». Одной веры мы с тобой. Одного бога рабы. Коли раба назовешь рабом, он или засмеется, или заплачет. Коли свободного русича назовешь рабом, он будет сражаться. Не понял тебя, Витязь. Страны у нас разные, но небо над нами одно, и Бог наш един. Мой Бог рабом меня не кличет. А надо понимать любой исторический информационный источник в историческом контексте. Библия написана в монархическом государстве, при рабовладельческом строе. Поэтому в Библии тот, кто внизу иерархии, тот раб. А кто вверху иерархии, тот царь. А в родоплеменном обществе того, кто внизу иерархии, назвали бы младшим сыном. А того, кто наверху, назвали бы отцом. И еще неизвестно, кто лучше живет. Раб в Византии христианской или младший сын в славянских землях языческих. По крайней мере, раба кормят и рабам не дают друг друга поубивать. Кстати, в Евангелии от Иоанна есть интересная фраза. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями. Иоанна 15:15. Дальше самый прикольный мем. Библия – это еврейская сказка. Ну, вообще-то, Библия – это исторический письменный документ, который лучше всех остальных сохранился, лучше всех исследован, больше всех отражен в мировой культуре. Причем Библия в сотни и в тысячи раз превосходит другие письменные исторические источники по самым разным параметрам. Ну, просто вы не в курсе, если бы вы были научные атеисты. Тогда бы вы знали это. Ну да, сейчас это модно. А чем плохо следовать моде? Лично я люблю модно одеваться, но это мне не мешает одеться нестандартно и экстравагантно. А атеистам, сатанистам или родноверам тоже быть модно. В каждой конкретной субкультуре есть своя мода на религию, кстати. А, дальше. Христианство убило науку. О, по-моему, человек смотрит на мракобеса возле храма и ошибочно думает, что так было всегда, а? А так стало примерно в веке в 20-м, когда все общество, благодаря науке, широко шагнуло вперед. А церковь так и осталась в традиционном обществе. А церковь до сих пор живет. Поздним средневековье. Напомню, мракобесие, оно же обскурантизм, это агрессивное неприятие науки и образования.
А христианство как раз и запустило развитие науки и образования, потому что оно нужно для христианства. Христианство – это книжная религия, в отличие от язычества. Язычество, оно основывается на наблюдениях, на суевериях, на пересказе из поколения в поколение разных слухов и сплетен. А христианство требует книг. А книги надо писать, книги надо читать, книги надо где-то хранить. И поэтому христианство сыграло важную роль в развитии прогресса. И первоначально наука развивалась в храмах и монастырях. Просто потому, что там были книги, и там у людей было время эти книги читать. Ну и деньги у церкви были для финансирования работников умственного труда. Это в позднем средневековье наука достигла такого уровня, что перестала влезать в церковные рамки, которые стали науке тесными, и начались конфликты с церковью. А древние мудрецы, они не делали особого различия между наукой и религией. Они просто познавали окружающий мир. А по мере развития, глубины познания, уменьшается ширина познания. И поэтому стала математика отдельно, химия отдельно, физика отдельно, астрономия отдельно, ну и богословие отдельно. Кстати, сейчас есть даже наука религиоведения, которая изучает деятельность людей, занимающихся религией. Но не саму религию. А религия – это мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное. То есть, если наука основывается на результатах наблюдений и экспериментов, то религия основывается на догматах. То есть, на утверждениях, принятых на веру в тех областях, где невозможно поставить эксперимент и где невозможно провести наблюдение. Поэтому наука с религией в современном обществе не конфликтует. У науки и у религии разные области познания. И по мере развития науки религия вытесняется из разных областей жизни. Ну, например, из медицины. Когда в монастырь уйдешь? Когда монастырь предложит что-то существенно повышающее качество жизни. Скорее всего, или никогда, или когда капиталистическая экономика мировая рухнет в феодализм. Ну, тогда все выманут дружно в монастырь. Кто останется жив? Ну да. Там будет дикий кастинг. Будет дикая резня. И тоже. Заодно. Например, средневековый монастырь – это крупное феодальное хозяйство. Тяжелая работа и строгая дисциплина – она везде, повсеместно. Но в монастыре меньше шансов помереть от голода или от нападения разбойников. Ну и можно научиться полезному ремеслу, например, чтению и письму. Главное – верить в душе, смотря во что. У нас свобода вероисповедания, поэтому можно не только верить в существующие религии или быть атеистом, но и выдумать себе Бога в душе, стать основателем новой религии, где будешь единственным последователем этой религии. Религий много разных, будет еще одна. И всем на эту религию и на тебя в этой религии будет пофиг. А мне пофиг. Ты что, ходишь в церковь? Я хожу в церковь, и мне пофиг, потому что мне это нравится. И пофиг. Самое интересное, что частота посещения храмов не определена ничем. Почему бы не зайти туда иногда? Кому нравится, пусть ходит часто. Кому не нравится или кому некогда, тот просто иногда заходит в храм, чтобы окружающие не забывали, что он православный христианин. Вы сожгли Джордано Бруно. Лично я не сжигала Джордано Бруно. Ты сжигал? И я не сжигал Джордано Бруно. Он сам виноват. Не надо ссориться с действующей властью, по крайней мере, если не имеешь достаточной политической и желательно военной силы, чтобы эта власть тебя боялась, поэтому уважала и поэтому слушала твое мнение и считалась твоим мнением.
Ну, правда, церковники еще сожгли Яна Гуса, но, правда, потом об этом сильно пожалели. Последователи Яна Гуса заставили пожалеть. Фанатик! Фанатик тот, кто верит во что-то, но не знает почему. У нас богословское образование, мы интересуемся не только богословием, но и наукой и научпопом, поэтому мы не фанатики. Фанатик тот, кто верит во что-то, но не понимает почему. А у нас не только богословское образование есть, но и мы интересуемся, кроме богословия, наукой и научпопом. Поэтому мы не фанатики. Фанатики — это те, кто верит во всякую глупость, как в религиозную, так и в атеистическую глупость, и не анализирует эту веру критически. А мы не фанатики. Мы популяризаторы научного взгляда на жизнь, несмотря на то, что по вероисповеданию являемся православными христианами. Убежденными, кстати. И в подтверждении того, что мы не фанатики, мы критически проанализировали 12 популярных мемов, или по-научному стереотипов, про религию, 10 атеистических и 2 православных. Пишите в комментариях, какие православные и атеистические мемы нам проанализировать еще в рамках проекта «Блогеры про религию».